В эфире будет компания Hero Stream, спонсор стрима Меценат. Играть планирую за американцев в режиме 2 на 2. Баба. Так, вперед. Вперед, казармочку. Вот эти точки берем. И стрелков. Катается, слышу, катается. Надо делать джип. Давай скаутов я пока здесь, что ли, оставлю. Или проведу, не проведу где-нибудь по краю. Джипчанский надо делать. Звезду взял. Мотороллер. Так, джип. Напарник десант. Ля-ля-ля, Берсаглиери. Берсаглиеры. Давай тогда возьмем мы доктринку. Может, тут это дело, не? Давай это возьмем доктринку. Против Берсаглиеров. Так, джип поехал. Дамажим. Чуть-чуть назад, чуть-чуть назад. Мне бы джипик натравить на его это. И пехоты еще, пехоты. Ага. Хорошо. На мотоцикл, да-да-да-да. Ну, поехал за мотороллером. А ну-ка, поехал. А может, это даем? Ай, пожертвую. Глупо. Глупо отдал. Ну, думал, заберу кого-то. Так, ладно, пока что, ну, в сторону команды сойдем. Давай разведку. Надо медицину сделать. Так, это ж там у него легкие танки могут быть. В этой доктрине. Надо суппорт, давай... Не знаю. Ну, давай аэр-центр. Хотя я не уверен, блин, может не аэр. Пехоту или технику лучше. А потому что. Ага. Заснул. Может не аэр. Так, давай, наверное, через пехоту. Там, видимо, у него будут блобяры с этими берсальерами. Надо им отпор будет давать. Так, пока бы... Ну, суппорт-центр был лучше. Да. Пока бы суппорт-центр лучше. Бля, еще подкидывать сбоку. Ладно, отступили. Отступили. Суппорт-центр есть.
Давай пока стоимость пополнения и вооружения открываем. Гранаты швырять. Хорошо. Вперед. Так, подавление. В доме я хорошо сижу, держу эту позицию. А, огнемет отступил. Отступил тогда. Пошло. Так, а там тех уже выехал. Беда. Беда. Давай ставить Т2. Нужны или базучники, или М3 делать. Будем, наверное, М3 делать. Так, давай, М3. Пошел. Так, пошел. Скаутов проведу где-то в тылу, точки возьму. Так, 75 миллиметров открываем. Поехал. Дальше стоечку бы. Сейчас подъеду. Так, они здесь толпой. Сейчас, езжай. Еще один такой. Где-то он тут должен сейчас проскочить, нет? Оп! Еще попадание надо. Блять, не заберу, наверное. Такое ощущение, уедет он. А, еще и по пехоте стрельну, да. Кстати, мне саперы нужны для ремонта. Надо сапера подготовить. Ой, там, наверное, егеря на борту, типа, да? Нет? Так, отступи. Так, саперов пока ремонтироваться. Чё-то приехал еще. Блять, да куда ж я стреляю? Ну по технике надо стрелять. Что ты делаешь, сука? Надо ремонтировать. Пехота! Спасай положение! Ни одной звезды, бляха. Базука выпала. Так, ремонтируемся. Глазуку забрали они. Давай пока пулемет. Не, пулемет не надо, наверное. Пулемет нет, давай стоечку лучше.
Так, напарник захватит, я в эту сторону тогда. Повезло, что я М3 не слил. И гранаты бы открыли. Вперед. Так, это у меня внизу, там, да, кто-то еще берет. Гранаты есть. Так, ну и командос бы высадить. Пушка. Бью. Угасим ее. Хорошо. Отлично. Отлично. Слегка потушили. Все, назад. Назад под зеленочки забежали. Вот здесь мину. Здесь мину. Здесь мину. Здесь мину. Все, сидим. Выдаем бары. Напарника беда вроде. Мёд идет. Так, это я возьму. Если они не против пробития М3. Пехоту полечить. Так, давай М3 я вправо переведу, может, напарнику там помогу что-то решить с этой бронетехникой. Так, ну и надо мне, а, командос, да, командос бы где-то высадить в тылу. А сюда М3 джип, во наглость. Командос тут высажусь. А, они же выходят. А, они же выходят. Так, мины я постелил. Уезжает. Лерк, добрый хейтер 500. Здравствуйте. Здравствуйте. А получается нехватка LNG по каху для заеба стримлера. А? 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 Ну, получается. Начали в шпакаху, чтобы без стрима бухнуть. Стоп, что? Не понял. Не понял, прошу, донат был. Начали шпакаху, чтобы без стрима бухнул. Спасибо, спасибо за донат. Но как челлендж выполнять, непонятно. Так, там пазик, пазик, пазик. Мне вот пулемет бы, пожалуй, да, все-таки. Как-то не хватает мне этого. Так, давим. Оп! Хорошо. Команда, отступай. Не едь, не спеши. Там пушки могут они... Пушка ж была у него. Так, МГ. Так, хорошо, здесь стоим. Теперь пытаемся. А вон и пушка. Я бы сюда куда-то М3 бы завести.
За КФЗ ему поломать бы. Хорошо, он уехал. Ладно, пулемет тут что ли оставить? Хотя ХЗ, не знаю. Не, давай вот так сюда его. У него где-то в углу мотоцикл остается. И это нейтралит мне точки. Где-то он в уголку, видимо, он его оставляет. Так, я пока танковый. Два промаха. А, это вот, да, это вот так, да, ребят. Это вот киберспорт. Три промаха. Понятно. Просто он уезжает, никто не стреляет. Четвертый промах, и нет даже выстрела. Круто, круто. Круто. Так, ну тут минку, пожалуй, поставим. Вперед. Так, вас полечить, в принципе. Надо бары выдавать. Стоим. Три очка. Давай, что ли, гаубица, чтобы была в наличии. Наступил. Так, М3 туда. Колпачок пойти поставить, что ли? Еще бы апгрейд дать вот этот. Так, идут. Оп! Панзер. А может быть он рашить будет. Атаки есть. Надо уезжать. Два пазика меня пробьют. Я даже не подготовился. Хилкат. Ладно, видимо, один я солью. А, он еще тут закрутился. Ну да, 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 он еще и закрутился. Пытаюсь, Бляха, вроде не, не уехал. Ладно, хилкат я готовлю. Но тут мины. Ну, Калиопу, давай стрейф. И Калиопу ждем. Все, хилкатик есть. Поехали. Выбивать его. Так, он панцирь наверх перевел. А ну, попробую догнать сейчас там. Хелкатиком. Наверное, вряд ли. Да, вряд ли. Не-не-не, не поедем. Оп. А вот пушку я словил здесь. Бьем пушку. Долбанный мотоцикл. Как его убить-то, а? Пушка выпала у него. Хорошо, разведчик на захват. Разведчик на захват. Так, здесь. Здесь захваты. Капитан на звезду. Пулемет вот так свели. Ой, папандос. Успел гранату он дать, не? Не, не успел. Сюда залп. Надо звезду идти решать.
Саперы ремонтируйте. Мы сейчас Калиопчанский сделаем. Я полетел. Просто полетел. Давай, хилкатик, езжай, езжай. Ну нажал же ему. Но он не едет, ребят. А потому что, ну, потому что, да. Потому что разведчики ему там отверткой подковыряли гусеницы. А потому что. Да, да, по нему не. Да, по нему никогда не попасть. Ладно, не рискую. Надо идти звезду брать. Из техники еще хилка отдаю плюс. Пока непонятно, что делать. Так, разведчик будет там. Ага. Нашли моего разведчика. Убиваем. Это что такое? Фламен я не могу взять, да? И не лезет. Так, два хилкатика. Вот тут минку. Слава богу. Убили. Противника штурмовики там вышли. И динамит поставим. Фламен можно саперу будет взять, в принципе. Так, вниз идет. Прогоняем его. Все, динамит есть, да? Ой. Ах, напихал. Не даем звезду. Да вот нас, ну блять, ну что ж, сука, с игрой-то, а? Пушки. Где-то она там. Бля, у него ж базуки. Сломал он им три. А что, динамит? О! Еще танк. М4. А хилкаты они вообще стреляют или просто сзади едут? Я вот не понял. Я чуть-чуть не понял вообще. Ну как-то урона я не вижу вообще, чтобы оно стреляло. Конечно же, ну конечно же нет. Ну о чем говорить? Еле мотоцикл уничтожили. Теперь надо как-то еле-еле надо 8 хилкатов, чтобы с панзером разобраться. Да? Ладно, Шерман танк. Мы по очкам, да, проигрываем. Прям фатально. Минка. Пушку на броне. Просто на броне не ведет пушку. Of enemy movement near our victory point.
Пушку мы выносим, допустим. Хорош. Бери. Скаутов потерял. Ладно, на ремонт. Наверное, на ремонт. Не буду я тут углубляться. Рихтуемся. Так, МГ. Бары выдаем. Такие. Калиопа бы. 380. 80 топлива. Пока все звезды за нами. Хорошо. Так, колпак, может, пойду построю. Сидим сюда, надавим. Пулемет мы оставляем на звезде, держать звезду. Фига! Заднюю броню. Шерман, уезжай. Хорошо. Нормально, нормально. Так, ну команда должна исправиться, я думаю. Тем более он не контролит сейчас. Чуть еле-еле. Кто не добрал. Ладно, ремонтируюсь. Так, вот этот апгрейдик. Дам еще. Хилка там. Страйк бонус. А, это если обездвиженным стоим, да? У нас бонусы есть. Ну, давай попробуем. Ничего нажимать не надо, да? Отъехал. Так, а бары я всем выдал, да, бары я всем уже выдал. Сядем в доме, посидим. Поехали на центре, хилкатами встанем. Шерман, Вижен, что-то там за Вижен. Это против вражеских танков надо ездить. Хорошо. Все, так, хилкатики, стойте. Они направо танки дают. Надо и мне туда поехать. Пулемет, наверное, в этот дом посажу. Вот тут хилкатики, постойте. Обождите. О, работаем. Хорош, сюда. Доедать будем. И мины. Мины. И здесь мины. Тыга. Ой, пазик надо было доесть. Давай, 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 давай. Хорошо. Игру в спину заезжаем. Как
Опять стрёмно заехал. Ох, и много. Я еще притормаживаю. Видимо, мне гранату кинули. Их очень много, они назад. Надо пехоту привести. Помощь. Так, Колябчанский. Филкатики тут, стойте, ремонтируйтесь. Пошла пехота. Оп. Пушку. Возьму ее сейчас. Так, Калёпу. Залп туда. Да. Хорошо. Шерман назад. Пушку я на слипом отправляю. Это их пушка забирает. Так, хилкатики, что тут пока? Может, чем-то помогут? Оп. Хорошо. 50 очков у них. Но ты, Гуэн, наверное, зря заехал. Уехал. Ладно, уехали. Так, Шерман на звездочку. Хелкатики. Хелкатери ремонтируем. Антитанк мины, да? Возможно, сюда сейчас все силы бросят. Пытаться захватывать звезду. А ну-ка, Колябчанский. Давай стрейф для начала. И Колябчанский. Победа. Так, 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 казарму. Так, а это у него здесь база, что ли? Мне надо было, наверное, типа наверх скаутов отправлять, все там забирать. Так, пока стрелков. Бунди, сэр, 100. Сейчас из этого киха всех соперников распугаешь. Не, реально? Спасибо, Русь. Спасибо. Спасибо. Так, ну тут я, конечно, да, затупил. Я не туда скаута повел. Тут постоим, поотстреливаемся. Ага, он не хочет становиться на заход. Так, скауты наверх. Райфлман пошел. Саперы, саперы. Саперы, давай на саперов. Так, идем. Вот это сено, кстати, или что это? А, это эти вигвамы, да, или как это называется?
жилые палаточки какие-то. Они зеленое укрытие дают. Так, ну у него пулемет. Может быть, давай миномет тогда? Или снайпера, что ли? А снайпера у меня нет. И снайпер есть, он в другом тире. Ладно, миномет. Что, меня поджимать собирается, да? Надо дефать здесь. Да, сука, ну через шиф же ж нажал. Ну, блядь, ну да, ребят. Да, блядь, да. Блядь, да. Блядь, да. Конечно же, оно не работает. Блядь, ну да. Так, доктринка. Доктринка. Доктринка какая? Какую доктринку буду? Мне уже медицина нужна, а не доктринка. Запрячу. А? Нихера он быстро берет, не? Понял, не туда я заказал. Ну, суппорт-центр позже, видимо. Делать мне еще стрелка не делать. Смог. Он сверху, да, брал уже кем-то. Так, ну я без ресурсов, надо клепать стрелков. Т2 делать, ставить, и базучники нужны будут. Через пехоту буду играть. Через пехоту буду играть. Давай, так, пока Т2. Я вот здесь захватик пока, ага. Т2 я поставил базучников. Доктрину. Давай эту. Минометы, думаю, можно и вывести чуть поближе, не? Питен крадом берет все. У меня топлива нет, да? Ресурсов мало. Мина была вот так, отступил. Даже нет ресурсов сейчас, суппорт-центр себе заказать. Давай пока пулемет. Или уже гаубица. Ну, у меня миномет как бы есть. Ладно, плюс гаубица пусть будет. Давай вместо пулемета гаубицу. В чем дело? А, 400. Я ж... А, пополнение на пополнение. Отмена гаубица, базучники. У него уже техника выехала. Так, через инфантри суппорт. Миномету, не знаю, вот это, допустим. Так, базука сквад есть. Зеленки занимаю. Мне уже 150 очков вот слезал. Так, миномет, короче, вот тут поставим, да, туда хорошо бьет. Хоть и под давление. Все, базука сквад пошел искать, что у него там двойка, да? Пошел базука сквад за двойкой. Скаут на захваты.
Ага. Плюх-плюх-плюх. Ля рожа наглая. Миномет далеко, конечно, не до... Ну, сейчас я гаубицу сделаю. Гаубица уже поинтереснее будет. Так, это качаем. Дальше надо апгрейды. Хорошо. Так, здесь я где-то в зеленочке оставлю бойца. Пусть сидит. Сюда гаубицы. И миномет туда. Егеря. Нет, миномет назад. Оп, да, взрывпакет. Да, бляха, не успел. Я не отступлю оттуда, возможно. Лучше сейчас сразу уходить. Так, миномет с гаубицей сюда работайте. Граната. Под базы берет. Так, надо апгрейды. Вот это сначала. Хорошо. И еще один базуку склад попозже. Так, а машина на базе типа ремонтируется, да, сама? Хорошо. Вперед. Тяжело, конечно, тяжело что-то. Как-то бы миномет поближе мне. Здесь. Так, а я ж могу захватывать, да, это, да, этой машинкой. -то. Я ж могу захваты давать. Так, миномет все-таки поближе я выведу. Пока апгрейды на, вооружение. Базука-сквад пошел. Здесь миномет, здесь гаубица. Ой, а он зенитку сделал. Еще базуку склад. Ридло, 100. Валера Кухков, Кухков. Привет. Давай побольше Кухков, Кухков. Удачи на стриме, Кухков, Кухков. Спасибо. Спасибо. Конечно, пушка нужна, блин. Не знаю, эта зенитка хорошо пехоту щелкает. Очень хорошо. Да, пушка бы пригодилась. Пушка, так, или М3. Здорово, Займа. Здорово. Блять, он за Шрек был. Плохо, все плохо. Это плохо как-то все. Не знаю, делать базуку сквад. Придется еще делать, потому что у меня топлива нет. Технику выводить, пушки у меня здесь нет. Надо два отряда, по два отряда ходить. Так, а стоечку бы еще, да, 40 топлива надо на стоечку, чтобы вооружиться. Так, ну давай стрейф. Пока на ремонт, да, вроде не. Наверх схожу. Не, наверх нельзя, надо сейчас, пехота нельзя, надо
Пехоту его тут встречать мне. Он сейчас сюда ворвется снова. Так, так. Надо ждать его пехоту. А вот идут. $200 Так, зенитка у него сверху, и машина сверху. Ладно, я пока здесь звездочку тогда возьму. Он может еще во вторую зенитку выйти. Двумя зенитками меня крутить. Не, лучше отступить. Вернее, все это до хера очень. Зажимай, да, у него две зенитки, зажимай теперь. Да ебать, что-то юзает, что ли. Урона, сука, нет. Через здание прям пробивает. Базука вывалилась. Офицеру. Ладно, наверх. Вооружай пехоту. Ага. 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 Так. Мортиру. Рывок. Так, и, наверное, получается еще базука. Место погибшего. А вот против этих зениток пехота слабенько себя чувствует. Мог тут мины где-то на проходах еще мне поставить. Пока минус сапер. Он сейчас не на базу заедет. Мне на базе нету. Просто сейчас, да, на базу заезжаю. Ну вот, да, 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 да. А там две базуки лежало. Так, миномет живой? Да, живой. Вторую базуку можешь взять? Не, походу не могу. Не может. А дальше что? Пулемет даю. Или еще может базуку сквад вместо пулемета, блин. Где там от меня пулемет? Давай базуку сквад. Хотя пулемет бы тоже не помешал бы. Ридла, 100. Плюс стримлеру на пиво немножко пэт. Спасибо.
Спасибо. Так, ну это хотя бы я забираю у него. Где-то у него зенитка наверху была. Блять, у меня 40 очков. Еще плюс пулемет даю. Гаубица бьешь? Так, надо как-то держать сейчас звезды. Не знаю как. Ну как-то держать. Блять, потеряю, возможно. Так, дым. Да, потеряю этого базочника. Хотя... на себя возьми, на себя. Ага. Блять, звезды, сука, берет, да. Он сейчас берет звезды просто. Так, ну я возвращаю 50 очков. Воюем, блядь. Ну почему ты не видел их, а? Ну да, ребят, да, он его не видел. Понимаете? Да, он не видел, блядь. Он не видел, как эта пехота там пиздовала, блядь. Да, он на звезды просто идет. Просто сейчас идет на звезды щемит. Валера, привіт, рад бачити знову кох-кох-кох. Почаще стріми по коху набілити кох-кох-кох на підтримку кох. Спасибо. Кох-кох-кох. Спасибо. Блять, я теряю дві звезди, походу. Воздушники еще никак не соберутся вместе. Скауты, да похуй на них. Хорошо. Хорошо. Фифти поинт, блядь. Так, вроде за нейтралем пока. Ну ненадолго, походу. Так, что мне не хватает? Давай Чаффи хотя бы. Чуть-чуть ближе. А что я потерял по пехоте? Три стрелка, никого. Ага, не даем. Бля, я не могу его перестрелять, а? Пулемет его не подавляет. Ну так, если что. Он там за укрытием, правда, добыл. Так, я пока Чаффи. Эту берет. Ну да. Чаффи поехал.
А где миномет мой? Да хуй его знает. Где тут миномет на базе? Идет. Так, пулемет в этот дом, наверное. Так, звезды, надо держать сейчас звезды. Я кому-то фосфор сраный выдал. Да он успел занейтралить. Пулемет, дави, 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 дави. Я пока сюда. Еще чаки. А у него есть там Фауст, тут это все, я не знаю. Забирай. 30 очков! Блять, да отменяйте. Слабенько. Понятно, пулемет давить не умеет. Чаффи этот бесполезный что-то. Ладно, уехал. Так, а что там? Я, может, что-то буду юзать? Десять очков, блядь. Ну дай захват ты, господи! Семь очков. Наверное, не смогу я. Вот этот отряд, это имба. У меня базучники все на базе. Сейчас пазик приезжает. Блять, пиздец какой-то. Три очка, и он просто берет, да, мне некому дефать. Можно было стрейф, но я не додумался. Эх. Чаффи, наверное, ошибка. Он слаб против пехоты, оказывается. Надо было, может быть, Грейхаунд. Типа. Походу. Парочку Грейхаундов или Калиопу там можно было. Ну, я увлекся. Я очки, за очки забыл, за все забыл. Что очки надо было потратить. Слишком звезды горели, и я на них центрировал внимание. Да. Ждем next. Так, куда идти? Слева, да, слева ресурсы хорошие. Оп. Карта вроде не маленькая. Хотя... Так, десяточка, да, и боеприпасов здесь много по этой стороне. Стрелков, да. Пошел. Так, панцергренадер. А я в негативе, он типа выше, выше меня. Интересно, ладно, ушел. Ходим, ходим. Не смысла даже 16 брать, потому что он связующий брал. Так, стрелок. Берсальери. О, Берсальери.
Ладно, беги. Ну её нахер. Беги, беги пока. Я справа беру. Так, надо идти вторую СЗУ еще дефать. Иначе без дохода буду. Здесь пока пытаемся брать. Вот эту точку надо держать сейчас. Хилка уже нужна. Сапер. Так, сапер, окей. Не знаю, может на захват пойду еще. Попутненько встану. Так, сапера надо быстрее выкуривать. Скаут пошел. Так, что мне по суппорт-центру-то решать? Персальери, да? Кто против них хорошо зайдет? Я даже не знаю. Так, пока вот так, пока вот так. Надо что-то решать, думать тогда. А давай, может, через десант попробуем? Через Air Support Center этот сыграю. Ни разу даже не играл. Наверное, он в один на один не очень будет. Рису для масс режима. Ну попробую, ладно, попробую. Персальери. А вот доктрину какую? Какую доктрину? Штурмовики. Давай, наверное, командос бы пригодился. Штурмовики, Персальери. Вот эту всю грязь, наверное, командоса может ловить. А вот это. Оп. Берсиери гранат же ж нету вроде, да? Противотанковых, я имею в виду. Противотанковых гранат ведь у них нет. Так, я еще не качнул. А я еще не качнул, но я уже приехал. Так, и командос потом. Так, апгрейд и там все на десант, да? Это удешевление способности, что ли? Муниции. Пока стоечку. Пока стоечку, и надо скинуть. Пулемет себе скинуть. Оп. Это берем, так, это берем. Поехал. Пулемет берем. Если техника у него будет, я Т2 поставлю. Базучников, наверное, выведу, соответственно. Или пушки ждать, не знаю, посмотрим. Так, на захват. Пулемет пошел. Что у него тут? Кто? Еще штурмовиков он добавился. Так, а что у меня там по ветеранству? Что-то ресурсы. Может, давай ресурсы эти. Но генерируют, когда захватывает, да, типа? Или как? Все. Я еще и запутался здесь. Т2. Надо было этого ожидать. Надо было этого ожидать. Заранее базучников подготовить. Так, захватывай, отступай. Базуки, базуку-сквад.
Не успею, нейтрал отступил. Так, на пехоте стрелковое подавление. Скауты, возможно, не отступят уже. Он там урон большой, высокий наносит. Скауты, все. Надо еще базуку склад будет. Еще базуку склад. Люх! 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 Гранаты бы открыть. Ладно, отступили. Давай на левую сторону. Хорошо, пошел. Так, рывочек вот это, да? А фос, ага, вот это, на С. Все, пошел. Так, ну и жду типа командос еще высажу. Да. Не надо. Плюх. Еще по плюшке надо. Еще ему. Ага, пойдет. Хорошо, так, захватики. Сука, склад свою задачу выполнил. Сиди под пулеметом. Понял тебя. Перевелся. Как-то долго пулемет переводился. Хорош. Хорош, успел. Так, что-то... Ай, ладно, отступили. Там что-то едет. Угасница. Угасница. Так, а я что? Я моторизированный, наверное. Не знаю, против угасницы может еще базуку склад. Да уже пехоты как-то много будет. Гранаты. Так, це, да? Да на! Эй, жаль, на взрыв пакет не хватает. Да получай, сука. Ладно, отступили. Пехота отстрелит меня. Отступили. Пулемет пока направо тогда. Сейчас выведем грейхаунды. Команда освобождет. .280 очков. Я вот по очкам проигрываю. Ну, гранатку ему. Ага. Пулемет. Блять, ну перед тобой вот цель. Ну взял. Ой, вот эти моменты, конечно, бесят, сука, в игре. И смотрите, он опять пере... Ну да, да, да. Бесполезный юнит, нахуй. Что-то болтается. Так, в доме посажу. Грейхаунд поехал. Ага. Наверное, это все для тебя, слушай. Жаль, мне на гранату не хватает. Наверное, не догонен, подавит. Ой, бреющий промазал. Сука, не догоняю его. Так, грейхаунд, работай. Пока забьем, короче. Базуками пойдем на захваты тогда. Ага.
Работает Грей Колун. И еще добавлю один. Получи. Ой! Мордырочек. Надо сапер для ремонта. Я ж по звездам, надо на звезды идти. А наверху он никого не оставил. Тут никого-то не оставил. Угасница едет, отступил. И вроде никого нет. Так, ладно. Пока на базу. Типа на ремонт. Пулемет, выходи. Я с сапера. Базуки очень долго захваты, кстати, дают. Надо учесть. Давай базучников куда-нибудь. На центр. Иду сапера. Это пассивка? Нет, assault operation. Так, ладно. Оп. Надо команду заводить. Пехоты мало. Сейчас он где-то фугасница объявится. Блять, у него две. Мардер забрал, хорошо. Не знаю, фугасницы как они вообще по грейхаундам нормально кидают. Я и не пробиваю. Блять, не выделяется. Я типа не пробиваю, да? Может, мне надо типа чафи? Хз. Хз. Я сапера на базу надо ремонтировать. Чафи дам. Давай, штурмовые операции. Дорого. Чафи поехал. Чафи пробует. Новый мардер, что ли? Так, а Чафи все. Так, я пулемет здесь оставлю. Чафи как-то не очень себя показал. Надо выходить механизированный и хелкат, наверное, ждать. Так, ладно, это все, этих всех собираем. Всю технику. Я вот думаю, еще ПТ-отряд. Не знаю. Там у командоса вроде базуки были, я не помню. Может, типа их еще сделать? Сейчас все ремонтируем. Рывок так долго перезаряжается. Где-то он тут катается. Где-то он тут был. На базу, что ли, поехал? Ладно, я запрячусь за кустиками.
Поплю ему в заднюю броню. Пусть дольше, сука, ремонтирует. Надо механизирован. Так, миноискатели, очки, так. Давай метку. Команда все-таки, да, бы сделать. Где-то инвизия, что ли. Поселить их. И у них базуки, да, базуки есть. В принципе. Ладно, ты отступай. Технику направо. Чутка поминирую тут. И жду, значит, механизированный буду ставить. Технику посерьезнее делать. На центр. А? Да получаю. Так, надо же качнуть, кстати, грейхаунды мои. Пока точки буду резать ему. А ты запрячься тут тихонечко, встань. Ага, под карауле. Он же в инвизе может, да? В инвизе. Я вот не пойму, он в инвизе, нет? Не, наверное, британские команды, если только в инвиз могут уходить. Походу, да. Пошло. Да, не прячется, все, я понял. Ладно. Если не прячется, тогда идем просто вперед. Так, а что их фугасницы? Ага, вот. Вот фугасницы. Механизированные. Мардер, так, аккуратно, мардер. Мы туда нет, мы туда не едем. Я могу на базу ворваться, там пошуметь чутка, пока у него мардер в поле. Сапер на базу. Я чуть-чуть заеду тут, может, покошмарю что-нибудь. А, у него кулдаун на переключение. Вот эту медицину, блядь, забирай. Ага. И уехал. Потому что мне страшно стало. Уезжаем, там еще мордерочек накидывает. Жаль, дымов никаких нет. Ой. Как пришло, так и ушло. Разделились, блядь. Чаффи хотя бы сберечь. Чаффи живой. Так, может я Шерман, а не Хелкат, а? А базучниками контрить как-то так. Командос, я не знаю, вам базуки оставлять, не оставлять. Вот же Блобер, что он делает? Вот же Блобер, сука. Да за что такое, Бобби? У нас пулемет. Да. Почему не убила? Ты гля, я не могу убить, ребят. Он крутится, добивай. Хорош. Так, есть какие-то результаты. Небольшие. А вот только звезд у меня нихера нет. Давай, Шерман, все-таки. Может 105? Давай 105. Техники так много. Мне надо звезды думать. Так, звезды. Вот я вот по звездам проиграть могу. Где центральная звезда? Не понял. Раз, два. Тут две звезды, что ли? Нет, три.
Ой, хотя бы нейтрал. Подожди, чуть не могу понять, где центральная звезда. Раз, два. Блять, я не вижу в упор, нахуй. А, вот, справа. Справа две звезды. Так, шерманы пошли. Шерманы Чаффи, точнее. Би. Получи. Так, на звездочку. Здесь нет никого? Ладно, я думал, тут техника стоит у тебя. А, вот она. Оп. А. Еще ему. Еще. Есть. Есть контакт. Хорошо. Так, сапера, ну, блядь, на звезду сразу. Воздушники свою задачу делают. Так, ну вот этот Каляпчанский. Не знаю, нужен ли он. У него техники много. Техники-то у него много. А вот пехоты как-то, ну, я бы не сказал, что прям тяжело с ней. Егеря. Мардер, ладно, Мардер уехал. Саперы нужны на базе для ремонта. Сейчас звездочку возьмут. Ой. Прям так, да? Он мину мою сел. Бэкоп, бэкоп! Да. Оп! Хороша мина, хороша. Это мы все забираем. Блять, ремонтироваться только надо. Ладно, сапер побежал, у меня мне 100 очков. Не знаю, я бы дал бы еще Шерман, что ли. А не Каляпчанский этот. А, ушел. Так, ПТ-отряды как быдло сейчас идут. Саперов жду. Короче, дам еще 105 миллиметров. Базучики у меня хорошо работают. Понял. О, тихо. А ну-ка. Ага. Ага. Бэкоп. Да на, подсрачники. Так, ремонтируйся. Чаффи надо сливать, уже не нужен. Звезды, 160 очков, да? Долгий ремонт очень. Ладно, Чаффи пусть побудет еще. Так, а здесь что у нас? Таргет. Так, а это что? Кнайф. Какой-то кнайф у меня есть. Давайте кнайф, этот, и нож. Давайте ножом поработаем. 105 миллиметров поехал. Надо идти, сука, звезды решать. Не, ну у меня сейчас две звезды есть. Я думаю, он уже не будет мордера делать, а что-то потяжелее выведет. Хотя он столько топлива потратил. 300 point бакс. Чаффи, если и потеряю хер с ним, в принципе, не жалко. Он же свое отыграл. Давай через город к нему заходить. Хорошо, пехота, подтягивайся. Так, пока удешевляю способности десанта. Что там потом? Может, оно несколько раз удешевляется? Так, вот это пока. А, и стрейф надо будет. Так, 105, поехали.
Базучники тут, будьте наготове. Сапер, ремонтируй. Я вот на звездочку, да? Бля, сейчас что-то прилетит, сука. Еще надо попадание, блядь. Еще. Пойдет. Пойдет. Сапер, ремонтируй нас. Я без звезд, правда. Фугасницу я забрал. Так, вот этот ракетный, да, бомбовый. Бомбовый апай. Сейчас будем авиацию юзать в атаке. Это мину даст еще съела, думаю. Хорошо. Заеду я к нему на базу. Чуть-чуть отвлеку его внимание. Так, а бомбовый... А, здесь у меня бомбовый. Ну тут я тебя и подраконю. Все, 105 вперед. Пехота вперед. Ехал. Мартер он перевел. Хорошо, берем тогда пока справа. Пока он все внимание свое на чафи кинул. На звездочку в первую очередь. В первую очередь звездочки берем. А ну вот эти бимбовые, вот это все. Ага. Дай ему бомбовый. Оп! Хорошо. Хорошо. Так, чафи ремонтируем. Кстати, это недорого, 50 бп всего. Не, такие расценочки мне нравятся. Я тут тебя пока подраконю. Но недолго, потому что сейчас мардеры переведешь. Уехали. Так, преимущество явно уже за мной. Раскочегарился я слишком. А сколько у команды сабазук, интересно, да? Одна или две? Так, 105, давай куда-нибудь на центр. А, сапера ты провел. Давай на сапера. Где-то там по краю карты, видимо, провел сапера. Так, Шерманом. Да я даже не знаю, вот это. Погиб. А ну как Алиапчанский мне еще. Ну так, как вишенка на торте. А, тебя тут. Ай, закручусь. Пока на базу пытаюсь. Ну чафи к нему на базу. Крутанет он фугасницу. Да он не особо ее дамажит. Залп. Хорошо.
Хорошо, найдайся. Так, уехал. Это мы ремонтируем. Никак Чаффи мой добить не может, а? А, за Фаттернет. Вот это. А, это на пехоту. Я думал, добьет. Вот тут база-то кроет. Эх. Сука, еще раз рывок, он на движке-то. Оп. До свидули. Ничего у тебя не получ... Ну ничего у тебя не получается. Бимбу. Опа! Сдался. Спасибо за донат, благодарочка Ридлер и Руси Бундесвеху. На этом стримы закончим. Давайте до связи, увидимся. Всем пока.